Итак, с Красноярска с этапа GP телепортировался в Новосибирск. Пацанам заехал в сервис. Такие вот тут аппараты стоят всякие разные. Сервис Omega Motors. Ванек он встретил. Объединение гаражных технологий города Барнаула приглашает всех вас 14 сентября на первый в истории Алтайского края дрифт-ивент. Трек «Ракета» под Павловском. Всегда можно найти в интернете, ну а мы будем там.